К новостям регионов. Крупные промышленные предприятия Уральска должны переформатировать производство. Такое мнение высказал первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Мухтар Манкеев. В акимате региона прошла встреча местных производителей с вице-министром индустрии и инфраструктурного развития республики Аманиязом Ержановым. Директор уральского завода «Зенит» отметил, что на дворе уже март, а государственный оборонный заказ на этот год до сих пор не определен. Это значит, что коллектив может остаться без работы. Предприятие ищет пути выхода из кризиса. Прорабатываем вопрос, чтобы мы участвовали в изготовлении оборудования, связанного или с мусоропереработкой, или с мусоросжигающими заводами. Мы сейчас проработали, буквально на днях обратились в Минэкологии с точки зрения определения политики, которая есть у нас в Казахстане. Там два направления. Можно мусоросжигать, есть мусороперерабатывающие, два направления. Также у зенитовцев есть планы по производству лифтового оборудования. Местным специалистам под силу наладить производство гражданской продукции. Первый заместитель акима области Мухтар Манкеев заявил, что машиностроительные компании региона испытывают большие трудности. Есть потенциал вообще огромный по импортозамещению, по другим направлениям. И вот наши предприятия, наверное, должны сегодня переформатироваться как раз-таки на новый лад. Потому что время меняется, мы видим, что иметь огромные производственные мощности, иметь сильных инженеров на сегодняшний день, к сожалению, не дает гарантии успеха, что ты продашь все, что ты производишь. Вице-министр Аманияз Ержанов отметил, что минимизировать негативные последствия пандемии помогли меры государственной поддержки. В 2020 году доля сегмента переработки в общем объеме промышленного производства выросла с 39% до 48,8%. Значительный рост показали легкая промышленность, автомобилестроение, производство готовых металлических изделий. Отметим, что в Казахстане на поддержку бизнеса предусмотрено выделить более 700 миллиардов тенге. Задача западно-казахстанских предприятий – воспользоваться нужными госпрограммами. Роман Копняев, Мирбулат Джигипаров, Рустам Джумашев, ТДК-42.